Хейл, гейс, с вами Шимки, и мы продолжаем проходить их руку под названием Соль и Святилище. Текс, мы получили, короче, новую способность с вами. Теперь мы можем отправляться в путь. А, ребят, вы теперь безнадежные. Мне нужно, во-первых, прокачать себе этот. Блин. Топорометатель, херов. А слабо спуститься ко мне? Хорош. Так, кухо, а где я? А, это мне аж нужно в этот... Почти в самое начало. Хорошо, я могу... Бочки. Давно тут стояли бочки эти. Опа, старика нету. Тихо. Открыть. Закрыто. Что тут лестница? Я думал, это стена, ё-моё. Не, я реально думал, что это стена. Так, в принципе, достать легко. Нет, нихера. Вчера я пошутил. Не, все теперь нужно, короче, отдавать к весу. И вот эти нужно будет выкинуть. Штанишки. Штанишки нужно эти будут выкинуть. Замок, замок, замок. А мне только умирать, ребят. Если так вдруг. Нет, там что-то здоровенная махина. Я думаю, точно я с ней справлюсь. Так, допустим. Нихера себе он кидает через эти. Я понял, у тебя магические мечи, которые через стены летают. Молодец. Это кто? Так, он что, за мной? Воу! Это рили враг был. Так. Не, иди в сраку. Хотя там предмет лежит. Если тот чел за мной побежит, я труп. Шок соли. Окей, полезли наверх. И сейчас еще вернемся. Ох. Я вас понял. Ну нафиг. Ну вас нафиг, ребят. И богу, ну нас, вас нафиг. Так, что здесь у нас? Чего хорошего? Все. До свидания.
Я ухожу отсюда. Я чувствую, вот это место плохое. По ауре чувствую. А. Да, теперь он валится быстро. Как ни посмотри, но быстро. Ладно, плитки теперь у нас есть. Ловушки. Я наверх не полезу. Там печать странная. Так. Это враг. Но я по нему не достаю. А не, я достаю. Ого. 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 Где? Тихо. Тихо. Главное не упасть к нему. Ой, ё-моё. Что? Он ко мне лезет? Тихо, тихо, тихо. Тихо, чел. Изи. Бля. Я тут кое-что одну... А знаете что? А не-не, нихера. Где мой колокольчик? До свидания. Я чё так не лоханулся. Повысить уровень. Один? Так, готово стоять. Если на то пошло. Одну прокачку мне хотя бы дайте. Отлично. Ух. Чтобы мне хотя бы не так много было терять. Древе навыков. Так, как я понял, мне нужно теперь лошадину качать. По пути лошадины, да? Вот, нагрузка. Две нагрузки. Прокачаю вот эти. Хотя, стоять. Есть поблизости еще какие-то? Нет, нет, вот эти есть две. Но я не вижу смысла их качать. Пляшки. Блин, тогда придется берсерк. Молоты качать, а это нахер бы тоже не сдалось. А, прокачайте две лошадки. И фиг с ними. Отношения тоже как бы... Маг, наемник, кузнец. Блин, почему я не могу сюда выселять никого? Мне наемник нахер не нужен. Ладно, побежали. Класс. Просто класс. Хотя ладно, у меня есть маленькие хилы. Буду маленькими хилами пользоваться. Да, это было жестко. Короче, меня походу золото отнимает столько, насколько я далеко отхожу. Ладно, щит в деле. Щит, меч в деле. Кажется, если не ошибаюсь, там два удара, да, нужно? А, один теперь. Да пусть. Yeah.
Зря ты мечами кидаешься. Я говорил, зря ты мечами кидаешься. Не, радиус атаки у меня хороший. Я надеюсь, что... Не, здоровяк точно не жил. Тут здоровяк на один раз. Так, вспоминаем, где что. Так, тут ловушка, там мост вниз. Рычаг находится в другом месте. Так, нафиг отсюда. Если вдруг что, используй молоточек. Ну, не молоточек, а звоночек. А наверх никак не попасть. Дело пахнет жареным. Так, черепа. Сколько наносят, во-первых, черепа? Что? Ты издеваешься? Да вы издеваетесь. Серьезно, да? Вот так вот. Классно, ребята. Вы делаете. Просто офигеть. Надеюсь, там босса не будет. Да, босса не будет. Ой, чувствую, попаду я сейчас. Что, он вышел? Ты что, гонишь? И ну нафиг. Сорян. Меня просто напугало то кольцо. Колесо, кольцо. Ловушка. Так, гранаты. Ага, и закрыто. Ла. Чё делаешь, больной? Ай-яй-яй, жопу... Больно грызут. Они что, одноразовые? Да уж. Чувствую, хилок мне этих не хватит, нихера. Так, ну тут сразу чувствуется босс. Нафиг оно мне нужно. Лезем наверх. Сейчас. А не, этот ваншотится. Как посмотреть. Ай-яй-яй-яй-яй. И тут закрыто. Так, единственный
вариант либо идти налево, либо идти направо. Там, кажется, что-то есть, да? И довольно то, что мне не нужно. Молния сейчас мигнет, увидите. Да, там рыцарь. Нафиг надо. Так, тогда что мы делаем? Сюда. Тут... Ага, эти твари тоже, оказывается, не одна... И на один раз. А почему ты ожил? Черт, а что мне делать? Просто я не могу драться с ним. Я не могу никуда идти. Там опасно. Там просто жопа. Нужно, получается, потихоньку поднимать вот так уровень. Так, сделать древо навыков. И прокачивать потихоньку лошадь. Это единственный вариант. Что переносим вверх. Вес был хороший. Тут так все дерьмо. Вот так все фигово у нас выходит. Перевес. Так, хорошо, это я уже могу носить. Так, стоять. Да, здесь перевес. Здесь нету перевеса. Так. Идеально. Идеально. Так, что у нас выходит? Где у нас еще были эти хери, которые воздух мне подкидывают? Что? У меня перегрузка, да. Больно. Просто замечательно. И что делать? Давай, думай, где я еще не был. Просто... Ладно, пойдем. Внизу что было? А, точно. Вспомнил. Такой раз уже об одном и том же думаю. Ладно, сдохну, сдохну. Ну, то, что мне нужно затачивать, это правда оружие. Что мы делаем? У нас есть две развилки, куда идти. Наверх. Это первое. Тогда мне нужно... быстро грохнуть нашего врага. Нашего врага наверху. Чёртова заклинателя. Но! Так, ладно, он не успел. Здесь можно с одной стороны исхитрить и по-быстрому залезть. Пойдем налево. Кто ты?
У тебя получилось? Только посмотри вокруг. Красота, правда? Только тут все гремит, если что. Теперь вопрос такой. Куда это ведет? Давайте поедем. Опа! Отлично. Великолепно. Что здесь? Выбрать символ? А, я понял, о чем ты. Занять святилище. Отлично. Сделать подношение. Так. Лидера. Давайте, ладно, сюда мага, лидера. Да ладно, всех сюда приведу. Ты. Нет, я не тебе хотел. Выучить заклинание. Выучить чары. Купить предметы. Тихо, у него есть кольцо. Так, повышает показатель магии. Готово. Ну, кольцо я куплю. Так, здравствуй. Прославил ли ты? Так, говорить. Вот с этим я хотел поговорить. Что вот это, я не понимаю. Ага. О предмете. Так. Фиал с сияющей жидкостью, так, превращая смесь цветами, словно призма. Выпив ее, вы восстанавливаете здоровье и на несколько секунд получаете божественную защиту. Так, благословение плат. Так, кусок благословенной холодной ткани, вышенный за... Так. Потрите, чтобы восстановить силы. Хорошо, это типа стамины. Фиал. Так, фиал — божественный организм жидкости, созданный для оранжевых обрядов Девары. Так, восстановление здоровья снимает утомление и исцеляет отравление. И ты. Так, храница из святой книги. Все еще хранители силы тысячи чудес. Используйте на оружие, чтобы добить при атаке урон от света. Так, у нас вариант. Либо хил. И у нас будет больше воды. Либо... Ну, ребят, камон. Есть ли варианты? Да. Все. Уйти. Хилимся. У нас 9. 9 хила. Кузнец. Купить. Так, он завез себе новые вещи. Щит. Так, стоять. Щиты. Насчет щитов. Насчет щитов. Насчет счетов. Щиты эти хуже будут, поэтому... А, я не могу продать, класс. Эти херовищи. Ну, короче, здесь такое себе. Теремко. Поехали. Что здесь? Охотничьи сапоги, короче... Короче, эстетик. А там что, свой босс будет? Или нет? Проводник. Или вот этот... А, хотя не. Блин, а у меня души потом отнимут. Хотя, ладно, плевать.
О. Так, колокольчик, чтобы потом отсюда вылезти. Так, как мне наверх подняться? Так, отлично. Пойдем дальше. Ну как главное, чтобы не босс, пожалуйста. Ух, отлично, не босс. Ну, место темное. Место темное, что делать темное. Серебряный лист, что он дает? О, светилка, здорово. Светилка — это хорошо. И что у нас выходит? А выходит у нас то, что я могу спуститься вниз. Спустившись вниз, я не пойму, что там будет. Но попытаться можно. Ага. Ясненько. Мне можно как-то сюда, да? Все. Отлично. Поехали наверх. Ух, если б я сейчас грохнулся. Как мне туда наверх подняться? Телки. А, точно. Это я хотя здесь можно, в принципе, спуститься и попасть туда, куда мне надо. В принципе, ничего сложного. Ага, летите, летите. Так вы еще через эти пролетаете? Углечереп. Успел. Молодца. А, чтоб черепки не нагрелись, да и все. Так, наверх, наверх, наверх. Либо можно вернуться тот, который телепортирует. Так, ладно, убивать. Пойдемте тогда убьем все-таки вниз. Того по... Блин, сюда еще нужно спуститься. Там, кажется, как-то подняться, да, можно? Допустим. Ага. Великолепно. А как его реально можно убить? Или вообще его можно убить? Так, я всегда хотел сделать одну вещь. Хорошо, глянцевый. Так, рецепт настоящего ибирского огня. Страшная тайна. Так что содержит этот горшок лишь качественный. Так, ладно, что я хотел сделать? Во-первых, картошка. Я понял. Давай. Потом удар молотом идет. Ага, все. Заперто. Значит, где-то все-таки лежит ключ. Ну, где находится ключ? Блин, 4 удара. Это довольно много. Давайте сделаем так. Я сейчас прокачаюсь. И мы с вами отправляемся. Так. Повысить уровень. Блин, переносимый груз это жестко нужно. Потому что я не смогу носить броню, которую захочу. Повысить уровень мы сделали. Так, древо навыков. Поехали. Что у меня по вообще
У меня много силы. Если я, в принципе, вкачаю силу, мне будет давать меч дополнительный урон от силы. Либо я могу прокачиваться дальше вот так, вот таким вот способом. Ну, я так подумал, лучше мне силу прокачивать. Или вообще, как банку? И вот банка. Хочу банки. Больше хила, больше уверенности. Ладно, а здесь у нас какую? Какая развилочка? Понятно. Так, вниз, вниз, вниз. И лазь. Да. Так. О. Ладно. Так уж и быть. Буду вкачивать ту силу, которая уже у нас есть. Все, ладно, давайте тогда на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.